В Барнауле подвели итоги краевого конкурса педагогов дополнительного образования. Церемония награждения прошла в концертном зале «Сибирь». Абсолютным победителем стала педагог Титовской школы Егорьевского района Евгения Занина. Она 18 лет работает в школе, занимается экологическим воспитанием детей. В кружке «Эколята» Евгения Викторовна организует для школьников походы, викторины, природоохранные акции. Педагог убеждена, именно любовь к природе и окружающему миру воспитывает в ребенке сознательную личность. Человек должен нести ответственность за свои поступки. Тем более в плане там братьев своих меньших, той же природы. В этом конкурсе я участвую впервые. Прошел он для меня в очень большом напряжении. Мне стоило это огромных нервов, волнений. Но это, как и, впрочем, для всех остальных участников. Это, конечно, моя такая самая громкая победа. Я рада, но, как говорится, наверное, еще не в полной мере осознала это. Конкурс профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» проводится уже 20 лет. В нем участвуют педагоги дополнительного образования со всего Алтайского края. В очный тур этого года вышли 20 человек. На протяжении 3 дней они соревновались в разных дисциплинах. Педагогическом многоборье, умении разрешать неоднозначные ситуации. Также участники разработали сценарий занятия по профилактике пагубных привычек, провели мастер-классы. Педагогов оценивали члены жюри, победителя определили по общему количеству баллов. Это очень важно, что дети наших отдаленных сел получают качественное дополнительное образование. Это победа нашего губернатора, это победа правительства, это победа нашего министерства, это победа наших людей. Понимаете, это наша общая победа, что у нас вот такие люди, которые ведут за собой.